Елизавета Макарова и Лили Кенчадзе уже не первый год выступают на европейской и мировой арене, причем с каждым годом можно отметить, что прогрессируют. Во всяком случае, на чемпионате мира в 2011 и в 2012 годах им было сложно претендовать даже на попадание в короткую программу, в частности, в сезоне 2012-го. Они в предварительных соревнованиях заняли последнее 11 место. Но потом в сезоне 2013-го, пожалуй, что показали пока свои лучшие прокаты. И сейчас пытаются подтянуться к тем результатам, которые у спортсменов были 2 года назад.
Надо отдать должное Елизавете Макаровой и Лере Кинчадзе за спортивное долголетие, если такие призы по-прежнему еще актуальные. Ну и за то, что они, несмотря на то, что результаты, прямо скажем, отнюдь не как грибы после дождя растут, тем не менее не сдаются и продолжают пытаться прогрессировать с каждым сезоном. Ну что, боролись, молодцы, действительно боролись. Ну вот за один из компонентов сейчас ставят совершенно невообразимо низкие оценки арбитры за интерпретацию. Какое-то время после выставления оценок первым судьей даже 4 баллов спортсмены не набирали, но остальные арбитры, судя по всему, не настолько недружелюбны были по отношению к этому спортивному дуэту. И сейчас оценка за последний, 5 компонент постепенно поднимается выше 4 баллов. Конечно, это совсем не серьезно, и шансов оказаться выше кого-то из соперников у Елизаветы Макаровой все меньше и меньше. Вместе с партнером, естественно, Лере Кинчадзе. Но, тем не менее, сами они довольны, как прокатали. И даже есть шанс, что побьют собственный личный рекорд, который у них, прямо скажем, совсем невысокий. 78 и 81 сотая балла. 12-ми они стали произвольном прокате на чемпионате Европы в Загребе 2 года назад. Именно с этой суммой и именно 12-е место заняли произвольный и за 2 дня соревнований. .78-65. Все-таки не дотягивают они до личного рекорда, но, тем не менее, оценка все же для них, наверное, неплохая. Хотя мы видим, что сами спортсмены рассчитывали все-таки на больше. Ну а как иначе, обошлись без падений в конце концов. Ну да, несколько раз остановились в программе и долго провели в статическом положении. То есть дали себе возможность передохнуть, однако же без падений, тем не менее, они прилично.